Всем привет! Хочу показать вам, как молодежь летает. Я надеюсь, видно ее. Туча, они прям под облаками стоят. Поэтому камера и не фокусируется. Ну, молодежь взлетела. Гривуны. Гривуны там и свои еще между ними. Вот они летают вот там. Но я не вижу их, просто это через камеру. Мелькают. Ладно, пускай летают. Сейчас барашков ячмень купил. Думаю, сейчас утром покормлю. Блять. Зерносмесь для свиней. Думаю, может быть, перепутали мешок. Нет, открываю. Блять, в натуре зерносмесь для поросей. Блин, надо ехать менять. Вот так плохо, когда невнимательность продавцов моя. Бараши, идите сюда. На. Бараши кушают. Иди сюда. Бараш. На. Траву кушаете, да? Траву, сено. Растут, набирают вес. Че, тоже будешь поднюхать камеру? Горбатые носы. Это у курдючной породы в основном такие. О, уже начинают. Тестостерон, гормоны играть, да? Скоро начнутся здесь драки. Подрастут чуть. Так что барыши растут. Кормим. Ну, ячмень, овес. Сейчас много этой морковки даю. Капусту листьевую. Вода. Сено в эту траву. Сперва в ящике. С ящика, если падает, подбирают отсюда. Потому что овцы очень привередливы к еде. Тем более, когда они зажравшиеся. С пола подбирать ничего не будут. Если есть небольшой запашок, то все. Ладно. Поеду, сейчас поменяю. Привезу ячменем. Вон голубей посмотрим. Вот что получается, когда пермяк с гривном паруется. Вот такие пескунята получаются. Вчера с этого вольера перекинул. С племенного. Вот динозавры лазают. Вот отсюда. О, воробьи, синицы, подсолнух долбят. О, вот такие вот. Домой пришли. Вот молодежь гуляет. Вон они, красавчики. Так, раз, два, три. А вот они, два сели уже, молодцы. Два сели. Раз, два. Так, три, четыре. Пять. Шесть, один вверху. Так. Где-то они еще летают. Тучи, я не могу, ни камера не фокусируется, ни это, самому сложно что-то смотреть. Высоко очень. Сейчас пчелки у нас еще лазят. Начали тянуть языки в кормушке, вон, видите. Я вытащил, выкинул сюда их, но лучше, чтобы они ее опустошили, эту сушь. Так, вон они. Видите, камера не фокусируется на белом. Вот они. Вот я их так мелькают. Вот. Ну-ка. Нет. Если бы хотя бы небо чистое было бы, я, может быть, их поймал бы так в объектив. Вон они. Вот я вижу их вот так мелькнули. Но в камеру взять не могу. Поймать. Вот они. Вот здесь. Они, может, мелькают. Потом, может, видно будет их. Вот где-то вот здесь они были. Вот их там несколько штук. Прям под облаками они стоят.
Главное, чтобы выше облаков не ушли. То все уже их потеряет. Потеряется. И так молодежь вся. О, павлин летает. Красавец, смотрите какой. Ох. Сейчас там еще два пескуна растут. Красавчик. Чернохвостый. Один потерялся, вот пескун полетел. Ну ладно, приучаем их. Вот пермяк. Чистые гривуны, вот у них шейка просто. Пермяк с гривуном. Вот такой получается красок. Черный, белый. Ну, летуны зато это будут отменные. Ладно, попозже увидимся. Пасутся. Собаки у меня тоже пасутся, видите? Джесси, я думаю, что ты такая здоровая? Ты, оказывается, еще и траву ешь. Лошадь. Че? Еще и смородину, наверное, покушаешь, да, листья? Джесси. Травоядная собака, блин. Синичек столько. Все, подсолнух опустошает. Надо что-то убрать для попугаев. Ну и пускай еще и сами. Ладно, верх, который стоит, пускай синица кушает. То, что лежит. Попугаем все отдадим. Здесь-то синички легче брать. Уже все, скоро-скоро уже будет прохладно. Синица уже возвращается. Вот они, молодежи. Синица в города возвращается. Скоро это все будет летать. Вон. Крыши потихоньку, крыши. Сейчас у меня их 7 штук, вот этих гривунов. Что слишком молодые, пищат. Я вот и боюсь, если они взлетают, каждый день они взлетают. Я вот и пропадают. Я хожу, смотрю. Раз вверху появляется, голубь, все, с этих шугаю, чтобы они его посадили. А так потеряется, очень быстро потеряется вот такие. Вот видите, вот и пошел он летать. Вот он. Ага, хорошо, а бывает и ушел, все. Вот, видите, он не сидится спокойно, им летать надо. Как они уже достали, эти хищники. Я пошел на кого-то. Кружился. Все, за кем-то пошел. За дом уходит. Голуби, я не знаю, или выше него, или он сейчас в стороне. Так и гоняем голубей. Их вообще не видно. Час прошелся, вот видите, небо открывается. Было сплошное. Солнышко выглядывает. И облака расходятся. Сейчас он прояснится. Потом, может, и, ну, не знаю. Уже часа два они как почти в небе стоят. Я вообще не вижу. Одного видел, вот промелькнул недавно. Ладно, попозже посмотрим, подождем. Сегодня 76 яиц собрали. Вот молодки. Америкуана и легбарки. Вот такие яички уже несут. Мелкие, но цветом. Очень интересные. 76 яиц здесь и плюс... Плюс вот это чудо я еще нашел. Это несла. Ну вот, это одна курица. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь яиц. Это от одной курицы, это от другой. Там отдельно лежали в кустах. Засунул их в воду посмотреть. Ну, яйца целые. Все равно эти все яйца пойдут на корм нашим попугаям. Попугая их отварим. Так как на продажу это не пойдет, потому что не дай бог оно, если будет... Яйцо порченое, то не надо такого. Поэтому все яйца, которые найдены где-то, где-либо, не в гнезде, идут на попугаем на корм. Вот они здесь кипиш.
что-то своим болтают, беседуют. Солнце плохо видно. Подсолнух едят. Так, ну, вот они наши кормилицы. Скоро уже закроем мы их, так как похолодает. Поэтому еще месяц, наверное, они у нас походят. Цыпа-цыпа. Сейчас доливаем воды. Вечером зерносмесь была. Много выпьет воды. Вечернее кормление. Вот они, молодочки. Вот эти несутся. Петик всех завалил. Одного Петьку я оставил. Ну, там, возможно, поменяем. Нет, так на размножение пойдет. С вот этим голубым яйцом. Вот он, американо, самого крупного ставил. Этого Петьку взрослого. Где он? Вон. Два Петьки осталось у меня. Петьку взрослого он на место поставил прям моментально. Я думал, он будет его гонять, бить. Не, он как с ним, давай драться. Все, видите, они вместе ходят, никто никого не трогает. Вот что значит. Ну, уверенный в себе Петька. Другого закинул бы, ломился, сейчас не знаю как кто. А этот с первых дней на место всех поставил. Ходит тоже, курей любит наших. Своих, то есть курочек. Все, воды пьют. Капусты, разные морковки. Вон они, видите, как морковку поглощают. Я им даже ее не рублю, не этот. Закинул они ее сами, вон, оприходовывают. Так что, когда вообще, когда много птицы, любой, попугаев, там, курей, гусей, утей, все что угодно, они сами, они, у них аппетит очень хороший. Едят они очень-очень хорошо. Так, ну выгул у нас. Вот половина курки. Не, ну все. Ну здесь несколько штук ходит. В основном сейчас все пошли кушать. Пойдем сейчас вот здесь косить траву нашим барашкам. Куры еще не все затоптали. Ну потихоньку вот выедают. Потихоньку траву выедают. Вон как чистят. Там я кошу барашкам. Еще надо вот здесь яйца поискать. Может, еще и здесь яйца есть. О, пришли девки. Все, пойдемте сейчас барашкам косить траву. Эльмира собирает все цветы. Все, уже домой. В новый дом уже скоро переедут. Осень. В воскресенье, по-моему, уже минусовую температуру обещают. Герани. На улице все лето были, вот надо заносить. Очень красивые, как розочки, такие цветочки. Очень красивые. Ну и как это? Это же гладиолусы на лилии похожи. Красивые. Барашки наши, бараши, как и козы, очень-очень любят капусту. Стебель цветной капусты специально не отрываю, чтобы они его обглодали. Очень хорошо едят капусту наши бараши. Сейчас еще траву накошу, теплицу наверх поставлю утром, потому что у нас уже роса, влажность, чтобы она и подсохла, подвяла, они лучше ее едят. И отправляются, растут. Вообще очень люблю барашков. Вообще вот, ну, держать. Это было бы возможность, держал бы их побольше. Мне нравится вот за ними ухаживать, их откармливать, кушать их. Я не знаю, может, если попадутся ярочки какие-нибудь, пару девочек взять. Ну, эти не пойдут на племя, не то, что надо, не те курдюки. Конечно, на племя надо найти такого какого-нибудь, если найти с хорошим курдюком, с правильной формы, можно
штуки 4 держать ярочки и одного барана, чтобы они рожали, их откармливать. А то так постоянно покупать. Ну, свое есть свое. Когда сам растишь, там уже совсем по-другому все растет. Ладно, все, пойдемте. О, пузяки какие. Ну, уже видно, они прямо на глазах меняются. Уже вес прям кабанеет на глазах. Сейчас мы посмотрим, до ноября что наберут. Хотя месяц остался, ну, полтора. Посмотрим. На новоселье один по-любому уйдет. Я так думаю. Вот такая травка. Ну, барашки любят, не любят что-нибудь вот такое, вот полынь. Они очень сильно любят вот эту вот такую траву. Более предпочтение дают вот такой. С удовольствием едят. Вот такая трава. Здесь в Сибири травы море. Чего-чего, но травы здесь очень много. Рай для скотины, для животноводства. Так, мы и косим. Все, сейчас вот так на мешок я ее просто складываю. Порцию одну. Не в мешок, и так выложил. Она высохла. Ну, подсохла. Порубил ее топором и барашком. Все, ладно, еще сейчас чуть-чуть скошу. Все, измельчаем. Если полежит несколько дней, то превращается вот такое сено. Все, много не надо. Потому что запрессовано, так они все выедят. А если много будет, то не будут есть там нижние. Вот так мы сушим. Ну, это для двух барышей. Это поэтому я как с ума схожу. Как для двух попугаев там что-нибудь делать. Это когда много там уже. Кидаешь. Или как все. Вот про курей показывал. Кинешь морковку, жрут прям целую. Когда 2-3 курицы, они так есть не будут. То же самое и с барышами. Два штуки. Балуешь, да? Очень балованные, да. А когда много, они прям с мешком морковку съедят. Вот сейчас барышам дай морковку целую, сейчас я им буду резать ее. Дай морковку целую, ни одной. Они так понадгрызают, повыкидывают. А когда их много, они это все проглотят. Поэтому чем больше живот, ну какое-то... Количество. Какой-то, да, птицы, животного, тем лучше у них аппетит. И они этот не капризные едят. Менее привередливые, да? Вообще не привередливые. А когда двое, один там уже, так и с попугаями, потому что говорят, кашу не едят, траву не едят, то не едят. Зажравшиеся, как наши барыши. Видите, вот так нарезали морковку, здесь зерносмесь еще. Я же говорю, зажравшись, еще даже не съели овес, ячмень. Я, по-моему, уже говорил, да, что они этот, дробить это не надо ни в коем случае. Потому что овец, коз, все переваривается. Это у коров, у лошадей, там не переваривается зерно, надо дробить. А у барышей все нормально переваривается. Вот. Сегодня они конкретно зажравшиеся. Вчера, если еще нападали на все, ну, я их так, что-то сегодня разбаловал. Обычно все подъедают подчистую. Пузы вон какие. Картошку даю сырую им понемногу. Не знаю, от картошки какой-то толк, наверное, тоже есть сырой. Картошки очень много, курям варим сейчас. И этим тоже даю. Ну, вот видите. Вот так выглядят сытая скотина. Не хотят есть. Все. Животы полные. То же самое, когда у людей. Когда живот пустой,
Думаешь только о еде, больше ни о чем. Никакие другие мысли в голову не приходят. Только думаешь, что покушать вкусно, побыстрее где-нибудь что-нибудь. Как живот наполнишь, там уже начинаешь думать о великом. Поэтому, когда живот полный, это хорошо. Меньше думаешь. Меньше думаешь о нем. Пускай все кушают. Они уже ручные первые дни, как дикари были. Сейчас уже сами приходят, нюхают. Ну ладно. Вот так я их откармливаю. Конечно, надо, чтобы они это все съедали быстро. Ну, и у них полуголодные были. Не получается. Любишь, когда животное, оно всегда сытое. У меня все животные сытые. Я сперва покормлю животину, только потом утром сажусь сам кушать. Вот они. Пришли утки сами на ручье целый день. Сейчас вернулись и несутся. Так, ну голуби сели. Я не знаю, когда я этот... Ну, часа три, по-моему, они летали. Все вот они, гривуны сели. Ну, я думаю, все. Ну, гривуны все на месте, остальных я даже не знаю. Все, не все. Потому что я их еще и гонял. Там, орел, блин. Они из облака ушли. Так что скоро гривуны привыкнут. Зимой, конечно, я не знаю, вот когда и гонять, идет жесточайший отбор сейчас. Кто сильнее, кто мудрее, умнее, тот и улетает от этих хищников. Здесь пескуны. Вот он, еще пескун растет. Это вот, а нет, это папаша пермяк. Или два пермяка, что-то я не помню. Ну вот пескун на пермяка, по крайней мере, похож. Вон они, красавчики. Пескуны это красивые. Цыпки уже домой. Цыпки тоже целый день лазят на улице. Уже вечер у нас, домой пришли. Ох, что-то яиц нету, или закопали утки, или сегодня нету яиц. Нету. Вчера еще собирал яйца, сегодня что-то не снесли. Вот они, мои красавцы. Уже стайка приличная. Если всех поднять... Даже павлин иногда взлетает ввысь. Если всех поднять, то уже такой шалман будет виден. Скоро прилетит ястреб-тетеревятник, тот уже. Вот когда гонять голубей? Ну, только по весне, когда еще немного хищника. Летом, как ласточки, кстати, улетели. И сейчас сапсан, видимо, ушел с ними. Ну, сейчас прилетает тетеревятник, перепелятник. А те вообще жесткие хищники. Если сапсан до низу гонит, потом уходит, то этот тетеревятник, он даже по деревьям за ними лезет. Даже куда-то в помещение может зайти за ними. Ну, залететь. Поэтому тут вообще от того хищника очень сложно уйти. Ну, вот такие у нас дела. Ну, ладно. Пойду я дальше строить наш чудесный дом. Дальше шпаклевать, штукатурить. Скоро увидимся.